жазып койгон жазуу чыкты. Аны сатууга болбой. Болбой калды аз акыт. Азыр ал Народ вышли. Это во сколько вы? Прям все так пришли, да? Сейчас время сколько? Три нету еще. Ну вот, надо было 10 прийти. Еще их собрать. Вот сейчас, после обеда. Биз Иракка каршы согушка чыгарды да, акшы менен британдык аскерлер сокураарын алдында да аянтка ушундай иштерин өткөзгөн занда дагы. Ошондой эле 2008-2009. Сначала представьтесь, пожалуйста. Дүйшөн Абдылдаев. Кем вы будете? Правозащитник. Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы выражать свой протест против намерение, попытка президента США Трампа, он хочет, чтобы открыть в священном городе Иерусалим, и этого делает столица Израиля. Израиль, всего лишь в 1948 году был назван государством. А с 1967 года начал против палестинского народа, он интервенция, оккупация начал. Постоянный там оккупация был, против война был против почти палестинского народа. Вот это продолжается. Мы сегодня хотим, чтобы этого решения, этого попытка президента США Трампа были недействительными. Мы против этого. Мы объявляем этого неуклюжий, авантюристический, грубый шаг. Это приводящий к международному скандалу. Международный это является, эта попытка является, попытка Трампа является провокацией мирового уровня. Поэтому мы обвиняем. И мы требуем, чтобы прекратить этот попытка, чтобы город, священный город Иерусалим делать столицей Израиля и открыть там посольство США, мы категорично против. А почему? Поэтому мы сегодня собираемся здесь, чтобы принять резолюцию, решение и отправить там организации Объединенных Наций, тоже мы отправляем. А при чем тут Кыргызстан? У нас что, своих проблем мало или как? А мы, дело в том, мы, во-первых, участник, член международного организации Объединенных Наций, вот это ООН, то есть мы член ООН, организации Объединенных Наций. Во-вторых, в Палестине живет мусульмане. Во-третьих, мы, как все человечество, должны делать справедливость, сохранять. И борьба должна быть постоянно вести за справедливостью. Поэтому шаг президента Трампа противоречит международному праву, во-первых. Во-вторых, это противоречит решению исламского конференции, в котором есть 57 там, участников государств. То есть Евросоюз тоже против. Оказывается, вчера по телевидению показал, что когда Организация Объединенных Наций приняла решение против этого попытка Трампа. Поэтому мы называем этого действия Трампа неуклюжий, авантюристический, грубый, провокационный шаг. А как вы думаете, вот ваше решение, резолюция как-то повлияет на его решение? Обязательно, иншаллах. Каким образом? Таким образом, когда Акша делал попытка, например, здесь стоят своими авиациями, мы против этого тоже одно и два мероприятия провели. Разных уровнях мы делали какие-то попытки, чтобы они ушли оттуда. А потом по государственному уровню это решалось, вот это по договору, они, конечно, ушли.
Поэтому мы, даже если это не выполняется, мы должны вести борьбу против несправедливости, против тирании, разной тирании, против нарушения международного права. Мы должны постоянно, как участник, как член Организации Объединенных Наций, как член Всечеловеческого общества, как мусульмана в том числе, мы должны вести постоянные действия и борьбы, которые ведут справедливость в мире и в мир. Рамазан Сурдан, так как ты читаешь, что было по науке,